Подмосковье на спортивной базе парк-отеля «Горизонт» продолжается учебно-тренировочный сбор национальной команды по греко-римской борьбе перед чемпионатом Европы, который стартует в Риме уже 10 февраля. В весе до 82 килограммов в составе сборной России дебютирует новосибирец, чемпион России нынешнего года Шамиль Ажаев. Еще один новосибирский атлет, двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов, готовится к квалификационному европейскому турниру, отборочному на Олимпиаду в Токио. Состязания пройдут в Будапеште с 19 по 22 марта. В рамках подготовки к турниру Власов провел 3 контрольных схватки и во всех победил. Первый поединок с чемпионом мира 2019 года в весе до 72 килограммов, бронзовым призером чемпионата России 2020 года в весе до 77 Абуязидом Манцыговым. Вторым соперником Власова стал чемпион Европы 2014 года, чемпион мира 2018 года, победитель Европейских игр 2019, чемпион России года нынешнего Александр Чехиркин. Ну а в третьей схватке Власову противостоял неоднократный победитель первенств мира и Европы, неоднократный серебряный призер чемпионатов России Ислам Опиев.